Добрый день, уважаемые зрители, с вами Андрей Ткаченко. Мы находимся с вами на мосту реки Белая. Это между Майкопом и горнолыжным курортом Лаанаки. А чем же знаменит эта река Белая в этом месте? А прежде всего, вот этими вот камнями. Называются они аммониты. Большие круглые шары, внутри которых скрыты ракушки, которые жили несколько десятков миллионов лет назад. Это государственный природный заповедник аммонитов. Вот эти вот шары, все это аммониты. Это долина аммонитов. Длится она от поселка Каменномостково. И вот на протяжении 50 километров примерно. Здесь река Белая размыла аммониевый слой, дошла до аммониевого слоя и повымывала вот эти аммониты. В таких шарах находятся ракушки, большие раковины, до метра в диаметре. И какие у меня еще дома есть аммониты, я вам покажу. Более маленькие, конечно. Какие они в разных реках Кавказа находят разные аммониты. Вот. С ними вы познакомитесь. И вот, как и обещал я, показываем свою коллекцию аммонитов. С виду это, кажется, обычные, простые речные камни. Но если их искусно разрезать, то во многих из них появляются вот такие вот раковины красивые. Аммониты названы в честь бога Аммония с его круглыми загнутыми рогами. Вот эти раковины очень похожи на рога бога Аммония, поэтому так их и назвали аммониты. Это вот один из моих аммонитов. Самый красивый, самый такой, что мне больше всех нравится. Вот посмотрите, следующий. Немножко уже поменьше тут ракушка, не столь изящная. Вот они. Ну, аммониты бывают разные. Попадаются в наших реках и вот такие кораллы. Этим кораллам тоже очень много лет. Помимо кораллов попадаются вот ракушки тоже. Этим раковинам также очень много уже лет. Их вымывают реки. Это старинные все вещи. Вот такие еще есть аммониты. Вот. Здесь очень хорошо видно, как со временем у аммонитов заполняется раковина солью. Эта соль называется аммония. Вот кристаллы аммония здесь видны. Вот. На этом экземпляре. Вот еще один. Такой же. Похожий на него. Иногда в наших реках просто, ну, люди в поисках аммонитов разбивают всевозможные вот такие вот камни. Вот. Вот один из камней я так нашел на реке, вот этот вот камень. Вроде тоже так вот, с одной стороны, ничем не примечательный. Но внутри вот остался такой вот отпечаток ракушки и тоже аммониевой соли. Тут хорошо видны. Попадаются также вот такие вот двухстворки. Вот у меня одна есть. Аммонит. Это большая, толстая такая двухстворочка. Одна половинка двухстворки. Вот. Довольно-таки увесистая, мощная. Вот такие вещи есть у нас на реках Кавказа. Вымывают. Конечно, они не только на Белой реке, на разных реках. И разные аммониты, разные слои вымывают.
Конечно, называются они тоже по-разному многие. Вот, кораллы там. Ну, все названия я не помню. Вот. Такая маленькая, скромненькая коллекция. На этом все, уважаемые зрители. С вами был Андрей Ткаченко. До новых встреч. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и не забывайте подписываться на мой канал.